Кубок Конфедерации стартует сразу в 4 российских городах в начале июня следующего года. Одно из видных мест в списке занимает Сочи. Сказывается и успех проведения зимних игр, и предстоящий чемпионат мира 2018 года. К этим датам и приурочена новая выставка, которая открылась в музее спортивной славы курорта. Один из таких, мы будем говорить, таких этапов, связанных и передачи экспонатов сегодня, связаны именно с подготовкой города к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Часть предметов нам уже передала администрация города Сочи, и сегодня мы можем их видеть в экспозиции музея. Первые гости – юные сочинские футболисты. Для них события такого масштаба не только дело зрелищное, но и профессиональное. Возможно, что кто-то из этих ребят уже в скором будущем также будет защищать спортивную честь страны. Им же по наследству достанутся тренировочные поля, которые строятся для участников чемпионата мира. Для юных футболистов сегодня в музее прошел специальный футбольный час. Однако увидеть выставку уникальных футбольных экспонатов могут все желающие. Каждый желающий сегодня, житель, гость курорта, может приходить сюда, смотреть, ознакомиться, как идет подготовка к Кубку Конфедерации, чемпионату мира, принести свои экспонаты, возможно, связанные с футболом. К слову, уже в ноябре этого года стадион «Фишт», где и развернутся сразу два грандиозных спортивных события, будет сдан в эксплуатацию. А с начала следующего года там пройдут первые тестовые соревнования. Инга Габеша, телекомпания ФКТ.